Ульяновске прошел традиционный городской 10-й турнир игры «Что, где, когда». На этот раз в уме и сообразительности соревновалась работающая молодежь. За звание самой эрудированной команды боролись представители моторного автомобильного завода, НПО «Марс», российских железных дорог и конструкторского бюро приборостроения. В финал попали победители районных этапов, которые состоялись ранее. После работы выбрались, поэтому игра нравится. В принципе, у нас команда вся играет именно не за призы, а за интерес, скажем так. Ну и призы иногда выигрываем. Игра проходила в 3 тура. Правила игры просты: правильно ответить на вопросы. В каждом туре по 10 вопросов, ответ на которые предполагал точное название различных малоизвестных широкой общественности исторических фактов, книг и фильмов. После того, как читается вопрос, вам дается 1 минута на обсуждение. После того, как прозвучит сигнал в 10 секунд, капитаны команд подходят к столу ведущих и сдают бланки для ответа. По итогам соревнования абсолютным лидером стало Ульяновское конструкторское бюро приборостроения. 2 команды, представлявшие предприятие, правильно ответили на рекордное количество вопросов, взяв 1-е и 2-е место. Участвуем в Кубке городов, в котором принимает более 1000 команд по всему земному шару. И я считаю, что мы выступили вполне достойно, вошли в 1-е 300 команд. Вот. Так что пытаемся не осрамить не только свое предприятие, но и Ульяновскую область. Мне игра очень нравится, достаточно большое количество команд, интересные вопросы, организаторы постарались. Заслуженную бронзу получила команда, представлявшая Ульяновский автомобильный завод. Анна Тищенко, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.